Доброго времени суток, мои дорогие зрители и подписчики, девочки и мальчики. С вами канал Life Таро Надежда. Руны Таро на столе и Королева Пентаклей здесь не просто так, потому что сегодня 28 августа выходит это видео. И сегодня мой день рождения. Королева Пентаклей – это моя королева, это мой архетип. Поэтому она у нас на столе. А в этот день я хочу, и первое видео было для вас совсем неожиданные события, которые постучатся к вам. Если вы еще не смотрели это видео, то я оставляю ссылочку вот здесь. Видео будет актуально в любое время, когда вы его откроете. Неважно, что вы его будете смотреть, например, не 28 августа. И это видео тоже хочу сделать специально для вас. Мы посмотрим ваши ближайшие события, которые случатся скоро. И именно по пунктам: на пороге, в доме, в жизни и финансы. Что хорошего ждет, что будет происходить. Я думаю, это видео интересно будет для вас, потому что просят на разнообразные события. Хотя смотрят не так часто, например, как на отношения. Я прекрасно понимаю, что отношения — это та сфера, которая волнует больше всего. Сначала отношения, а потом уже все остальное. Но тем не менее я упорно продолжаю делать видео на самореализацию, на какие-то события неожиданные. И сегодня прям тот день, когда мне очень захотелось сделать что-то именно для вас, да, не про отношения, не про любовь, не про выбор, а именно для вас. Конечно же, обращайте, пожалуйста, внимание на сигнификацию. Но я знаю, что у меня есть те зрители и подписчики, которые уже интуитивно, смотря любой расклад, они уже знают, где притаилась информация для них. Переворачиваются карты, что-то нам сегодня они действительно расскажут важное. Итак, поехали. Для кого расклад? Человека, который боролся, и вот буквально здесь уже на пороге победы человек стоит. Дорога была длинная, дорога была упорная. Но здесь такой человек, который, если он что-то хочет, он к этому идет, и он никуда не сворачивает. Правильная здесь тактика была в вашей ситуации. И вот буквально мы здесь видим, да, здесь на горе, здесь человек руки раскинул. Все какие-то соперники, недоброжелатели, злопыхатели стоят внизу, и вот только в них здесь жезлы, палки летят. Что еще у нас происходит? Справедливый здесь человек, который, кстати, прошел недавно свой собственный урок. Вот она, наша королева Пентаклей. Урок правильности, урок в том числе какой-то финансовый, урок самодостаточности, самостоятельности. Сейчас по выходу вы являетесь тем человеком, если вы только выходите, поверьте, что то, что сейчас я скажу, это будет целиком и полностью тоже у вас. Вы сможете быть абсолютно автономным и независимым от кого-либо человек. Приобретя вот те навыки, которые вы здесь приобрели, поверьте, вы всегда сможете работать и всегда сможете зарабатывать. Потому что люди, которые являются пентаклевой стихией или стихией Земли, даже если это не знак зодиака, а приобретенные качества, поверьте, эти люди всегда, даже в самой сложной ситуации, они смогут выкрутиться, они будут видеть свои дороги, они будут видеть свои перспективы, и уж свое они точно не проморгают. А голодными, нищими, бедными эти люди никогда не будут, потому что много навыков приобретенных, которые помогут в самых разнообразных ситуациях, уж о себе так точно позаботиться. Поэтому здесь вышли такие самодостаточные люди, люди, которые скажут: ну, я сама или я сам смогу справиться в абсолютно разнообразной ситуации. Здесь какая-то помощь здесь, она уже не особо нужна. Да, она может быть желательна, да, этого хотелось бы, да, но острой необходимости в этом уже нет. Возможно, раньше была, да, такая какая-то история, что вы не могли представить свою жизнь без кого-то, да, очень сильно финансово от кого-то зависели. В одиночку боялись что-то делать, справляться с какими-то делами, трудностями. Здесь нет, здесь вот теперь все по плечу, все, я теперь сама, ну или как я сказала, я теперь сам. Что еще у нас здесь? Не будете уже больше никому ничего доказывать. Был, опять же, момент, когда пытались, но здесь
загнали себя больше в тупик. Опять же, это показано в прошлом, потому что из этого состояния вы вышли, и опять же здесь приобретениями для себя. Вот смотрите, здесь уже много навыков и много уроков, которые вы прошли, и действительно ваша дальнейшая жизнь, она будет более уверенной для вас, и я не побоюсь даже такого выражения, что более легкой для вас, потому что уже многое вы видели, многое проходили лично, многое сделано своими руками, и соответственно, какие-то дальнейшие ребусы, ну вот просто вспомнить, что было у вас раньше, вот приступать и делать. Хорошо, давайте теперь смотреть наши позиции, которые я озвучила. Что у вас скоро на пороге? Что у вас скоро в доме? Это дом, семья. Что у вас скоро в общем в жизни? Возможно, в личной жизни здесь что-то покажут. И что у вас скоро в финансах? Здесь же может быть работа. Итак, на пороге. Что вас ждет? Что у вас на пороге? Зависшая ситуация, которая скоро разрешится. Но здесь ситуация, хоть здесь повешенный, но мы видим здесь повешенный, который такой вот на горных лыжах, да, его просто здесь повернуло, провернуло, да, вот он просто здесь взлетел вверх ногами. Но в целом эта ситуация вот просто временное подвисание, временное непонимание, что происходит, да, вот некая такая дезориентация, которая скоро разрешится, причем разрешится здесь хорошим благостным путем. Так, что у нас здесь прошлое? Девочки, кстати, еще на порог к вам явится человек из прошлого, которого, наверное, хотелось бы забыть, да не получается, потому что здесь по дьяволу этот человек в вашей жизни был. Придет с каким-то предложением или с разговором. Но здесь разговор такой какой-то по делу, по существу. А зачем ему это надо? Он, кстати, давно собирался. А девочки, не может вас отпустить из вашей жизни. Здесь не удивлюсь, что на пороге здесь возможность наладить личную жизнь, но здесь с человеком из прошлого здесь. Ну, я не знаю, как здесь сказать. Нравится, не нравится, там, хотите, берите, хотите, не берите. Вот, но здесь состояние, вы действительно уже бы забыли, да, как-то не получается. И, может быть, вы и шли бы уже дальше без этого человека. А он без вас в свое будущее пойти не может. Вот как-то вы ему так вот глубоко запали в душу, и без вас вообще ничего не получается. Вот только вы можете этому человеку простраивать свое собственное будущее. Вот так. Возможно, какая-то давняя и ваша любовь в том числе. Но то, что этот человек идет с чувствами и вас не отпустил, это однозначно. Так, что в доме? Что в доме? В доме особо никаких изменений пока здесь нет. И здесь, ну, слава богу, здесь ничего плохого нет, ну и прям каких-то ярких событий, вот что, чтобы они прям скоро-скоро случились, я не вижу. Ну, девочки, вот опять же здесь посмотрите. Идет человек, но он не приходит, чтобы, ну, грубо говоря, да, вот образно говоря, поселиться к вам в доме. Ну, вот где-то будет вокруг да около ходить, да. Опять же, я не знаю, бывший, нынешний, с которым уже общаться не хотите. Вот круги будут вокруг вас нарезать. Ну, сказать, что какие-то изменения пока он принесет. Но, может быть, в будущем, да, здесь мы смотрим прям скорые события. И не один причем. Мои хорошие, здесь смотрите, вот этот человек, которого вы, да, здесь будете думать, надо, не надо, отпустить, не отпустить, а может быть, без него даже лучше, может вам принести какую-то финансовую пользу, причем здесь крупная финансовая польза. Посмотрите, мы еще до финансов не дошли, а здесь для дома будет очень-очень полезен. Я не знаю, может быть, мужские руки, которые прям нужны, может быть, он здесь, ну, я не знаю, с покупками, с подарками здесь идет, а может быть, человек приходит и говорит, все, я буду работать, буду зарабатывать, вот для тебя, там, для вас. Так что, мои хорошие, смотрите, в жизни, что у вас в целом скоро будет происходить в жизни. Ну, вот оно, да, здесь судьба
колесо судьбы, оно уже закрутилось, и вот оно приводит, да, мы знаем, что колесо фортуны, оно крутится по кругу, и стабильности нет. И сейчас колесо в вашу жизнь приводит, зацепило тех людей, которые должны были вернуться в вашу жизнь, благодаря которым вы можете получить какие-то выгоды свои, какую-то пользу свою. Вот поэтому здесь и появление, видите, здесь, во-первых, появление, здесь разрешение какой-то сложной ситуации, да, здесь из прошлого появляется человек, плюс здесь он сам может решить какой-то ваш финансовый вопрос, либо с помощью него, да, вот как вот прицепом, еще здесь кто-то за ним идет, но финансовый вопрос один какой-то важный для вас здесь точно решится, причем очень скоро. Вот, но я говорю через человека, который будет круги наворачивать вокруг вас. Так что смотрите, как вы можете это просто вывернуть для себя. Вот, не с пустыми руками здесь. Проверяйте человека. Девочки, здесь вот четко скажу, скоро ждите мужчину. Мужчина, с которым вы были знакомы, как минимум. А как максимум здесь любовная история, которую вы пока еще не можете для себя забыть. И помните, как он выглядит, помните, что он вам обещал, что он говорил, потому что сейчас вы с ним не вместе. Он возвращается. Но, опять же, все те моменты, которые вас смущают, какие-то тайны и так далее, проясняйте, пожалуйста, на месте. Потому что здесь человек приходит так, как будто бы все в порядке, все хорошо. Но есть момент непроясненный, который и раньше, девочки, был в вашей жизни. Здесь просто сразу точки над «и» с ним расставляйте. В принципе, здесь этот человек приходит к вам, в том числе для создания семьи. Вот, а вы здесь будете, конечно, думать, надо, не надо. В целом, на перспективу. Но я говорю, здесь нужно сразу с ним вот буквально четко, конкретно по полочкам будет разбираться. Нравится мне здесь десятка кубков, такой вот праздник здесь, застолье. Красивая карта и вообще крутая колода на самом деле. Ну и финансы. Финансы. Скоро, ну, в ближайшее время. Уже здесь мы посмотрели, но все равно. Финансы. Девочки, есть человек, который может побороться за ваши финансы, который может помочь. Опять же, когда-то этот человек из вашей жизни ушел. Да, и вот видите, здесь на коне, здесь на колеснице, здесь мчится. Я не знаю, на чем он здесь приедет. На коне, на лошадях, тут кошки, там на собаках. Вот, прилетит на самолете, либо приедет на поезде. Но так интересно, может быть, потому что мы смотрели скорые события. Потому что более отдаленное будущее мы здесь не затрагивали. Поэтому здесь так или иначе все сводится к какому-то конкретному человеку. Но посмотрите, видите, этот один конкретный человек может сразу разнообразить и наполнить несколько ваших жизненных сфер. Поэтому, кто ждал, кто хотел, я вас поздравляю. Кто не ждал и не хотел, ну, здесь, я думаю, вы сами знаете, что делать, да. Умерла так умерла, отворот-поворот, и, собственно, уже мне ничего не нужно. Но здесь, видите, здесь возвращается человек для того, чтобы наверстать упущенное, либо вот вернуть то, что он вам должен был, да, вот вернуть какие-то долги, выполнить обещанное. Может быть, и просто посмотреть, да, вот покрутить его с разных сторон и увидеть, может быть, в чем-то он действительно вам будет полезен. Но это так, уже вот с точки зрения какого-то меркантилизма. Все, мои дорогие, вот здесь вот вы посмотрите мысли прямо в эту минуту, прямо сейчас загаданного человека. Не забывайте, пожалуйста, написать комментарий, обязательно поставьте лайки. Я с вами каждый день. До встречи в новых видео. Пока-пока. И побежала я гулять.